Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. В этом видео покажу вам Faberlic, свой заказ по каталогу номер 4/2016. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. А я покажу не только свой заказ, но и заказ подруги, который я буду отдавать сегодня или завтра. И хочу поделиться для меня радостной новостью, что я стала снова консультантом Faberlic. В этом каталоге я снова зарегистрировалась, прошло больше года, как я не занимаюсь данной маркой. И решила я возобновить, сделала сама заказ без особенных таких усилий. То есть, в принципе, все у меня получилось. Не было всего лишь на складе одного продукта, но об этом я сейчас расскажу подружке и покажу вам сначала ее заказ. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. И всем приятного просмотра. На фоне стоит уже пятый каталог Faberlic и также свечка, которую я нашла с ароматом магнолии. Я думаю, что красиво получается такая весенняя обстановка. Я немножко тут пошуршу, покажу вам ее заказ. В основном здесь были продукты для здоровья. Ну, также и такого довольно развлекательного плана. Первый – это шарик для ванны. У меня попался ароматный бурлящий шарик для ванны. Serie Beauty Cafe карамельное пролине. Эти шарики она уже берет не первый раз. Я не буду здесь их оставлять, потому что они катаются по поверхности и могут разбиться. Тут уже и так немножко вот песочек. Не знаю, может быть, при транспортировке, но я их носила абсолютно хорошо. Так, следующий шарик тоже я вам покажу. Это лимонная манпансье, шарик Serie Beauty Cafe, ароматный бурлящий. Она тоже его берет неоднократно, не первый раз уже у меня брала. Следующий шарик, это будет детский, серия Астронавтик 3+, у нее дочка. Скоро, по-моему, 5 лет будет. Вот, детский шарик. Все эти шарики шли без акции 79 рублей. Иногда они бывают по акции, там 2 выходят дешевле по 59. Так, и последний шарик, вот такой вот, это ароматный бурлящий шарик, спелая смородина, артикул здесь 21-34, но можно ориентироваться по названиям, очень хорошие шарики ей нравятся, берет она их уже не впервые. Первый раз она взяла себе биологическую добавку, которая стоит не бюджетно, я считаю, мастоп. Это у нас, вот я вот так вот покажу. Биологическая добавка, 30 капсул по 500 миллиграмм. Идет зафольгированная. То есть мы не посмотрим таблетки, зафольгированный продукт. Пускай пользуется. Такая баночка стоит 600 рублей. То есть я считаю, что не дешево из всего из этого. Это самое дорогое, что было. Вот. И что еще хочу сказать. В основном... Шарики, так, я уже, по-моему, говорила, что повторный ее продукт она уже у меня заказывала раньше. Поэтому надеюсь, что все понравится. Так, и следующие были небольшие такие. Ну, тоже можно сказать, что добавки. Я их сейчас покажу кратко. Все, долго на них останавливаться не буду, потому что сама это все не пробовала. Это вот таких вот 5 пакетиков она взяла. Faberlic Eat Less, контролируем аппетит. За 19 рублей при покупке на 300 рублей, по-моему, идет в каталоге. По предложению выходила так. Она взяла 5 пакетиков. Как раз вся наша, ее и моя сумма вышла на эти пакетики. 5 штучек ей надо было. Спрошу потом, возможно, как они. Они появились, по-моему, новинка 4-го каталога. Дальше. Наборчик был, можно было взять суп и кофе. Каждая за 30 рублей выходила. Суп она взяла с тыковой один. Такой вот артикул его 15-924. Со шпинатом она взяла суп. Артикул 15-925. Также берет супчики она не первый раз. И первый раз взяла кофе силуэт, который заявлен для похудения. Также 2 пакетика. Кофе получается артикул 15-335. Вот такие вот еще добавочки. Но надеюсь, что тоже все подруге понравится. Она будет брать еще. Также планирую ей, вот которую на фоне сейчас стоит каталог, снимаю видео, подарить. Потому что я в основном ориентируюсь на каталог в интернете. Мне так удобнее.
теперь перейдем к моему заказу. Я вам покажу, что я взяла непосредственно для себя и на подарочки. Скоро праздник, сегодня уже 6 число марта. Я еще раз всех поздравляю, девушек и женщин, с наступающим 8 марта. Желаю, главное, красоты, здоровья, радости, счастья, отличного настроения. Так, давайте перейдем. У меня тоже есть такой же шарик, долго я на нем останавливаться не буду, но скажу, наверное, артикул. В общем, 23.41 этого шарика, серия «Астронавтик», взяла я сыну. Я его хочу разделить на две ванны. Знаю, что он ароматный, бурлящий, его как-то, может быть, можно ножиком порезать. И разделить на две части, попробовать. Потому что мы берем пасту из серии «Астронавтик». Идет 3+, эта серия. Нравится. Это мой уже продукт. Я его здесь оставлю, пускай стоит. Мои продукты я выставлю. Просто, чтобы долго не показывать ее продукты, я убрала, показала и все. Следующее, что вам покажу, это то, что я взяла себе две водички. Там была очень хорошая акция на водички. 199 рублей они выходили. Я уже их попробовала, потестировала, и до этого у меня были пробники. Вот так они выглядят. Небольшие такие, по 15 мл. Упаковки я уже выбросила, потому что место занимают, и я этими водичками сейчас планирую пользоваться и брать их с собой. Я взяла Фортуната и Интемпурель. Начнем с Фортуната. Этот запах я знаю давно, так же, как и Интемпурель. Я их брала в пробниках. Мне не очень нравится этот запах, аромат... насыщенный, яркий, он такой немного мне напоминает стиль ретро, то, что было раньше. Здесь чувствуются пряные нотки, нотки вишни, очень отчетливо. Мне кажется, что он подойдет под возраст любому человеку. А на время года, я думаю, что как раз межсезонье, то есть осень, весна, должен подойти этот аромат. Зимой не знаю, я думаю, что зимой можно что-то и послаще, он потому что не сладкий. По стойкости этот аромат я вчера проверяла, он держится 4 часа. Потом у него очень интересный шлейф появляется, и я им очень довольна, если честно, этим запахом. Могу посоветовать. Сюда вот поставлю. Наверное, даже, извините, чуть-чуть поближе, чтобы было видно. Вот. И следующий аромат – это Intemporel. Я его взяла больше на теплое время года, так он и есть. Он больше идет фруктовый. Нотки фруктовые, цветочные, там, по-моему, слива заявлена, она явно здесь чувствуется. Аромат этот больше весенний, то есть на теплое время года, и даже, я думаю, может подойти для лета. Эти запахи разные из всех, что там были представлены, еще кроме Пандор, но Пандор, он уже как для меня более зимний, а зима сейчас закончилась. Мне больше никакие ароматы не подходят, поэтому я взяла их. Вам я советую, естественно, брать... Если что, себе хотите приобрести пробники, тестировать, потому что ароматы это все очень индивидуальное дело. Вот. И, естественно, лучше это все пробовать сначала. Следующее. Это будет то, что я взяла на подарок, такие же водички, потому что у меня получилось 4 штучки, мне можно взять. Я взяла еще один Intemporel. Сейчас камера передает больше синий, он на самом деле флакончик фиолетовый. Артикул, я вам здесь скажу, 31.89. Так выглядит эта вода, она здесь так закрыта довольно надежно. Я ее подарю одной из своих подружек. Думаю, что будет очень хороший подарок. Извините, так, и следующее я другой подруге своей подарю, это будет променад. Я уже брала пробник специально потестировать, я думаю, что подруге моей ей подойдет. Она любит свежий аромат, и он именно свежий такой. Нету вообще никакой ноты сладости. Немножко, возможно, чуть-чуть есть нотка цитрусовая. Здесь идет очень красивая упаковка такая живописная. Думаю, что должно подойти. Артикул 31.82. Вот, аромат этот именно свежий. Следующее, что я вам покажу, это я взяла первый раз попробовать. По большой скидке было 139 рублей, обычно 199 даже уже в 6-м каталоге. Это средство для мытья посуды. Пока я его не пробовала, видела у девочек у многих Дом Фаберлик. Взяла я, наверное, чуть ли не первый раз это средство, потому что я вообще не беру. У меня есть, правда, еще мыло для кухни, которым я пользуюсь, очень мне нравится. Ну вот второе, да, средство получается, которое я взяла из серии Дом Фаберлик. Значит, здесь у нас что заявлено? Что это средство концентрированное, артикул его 3 единицы 95, 500 мл идет. И идет это средство от 0 лет, 0+. То есть даже новорожденным деткам можно мыть их игрушки или их посуду.
У меня это именно средство с ароматом малины. Я видела на него хорошие отзывы. Аромат лесной малины. Но аромат я бы не сказала, что лесной малины. Для меня он какой-то малиновой жвачки, может быть. Вот что-то такое. То есть он не натуральный, все-таки немножко с примесью химозности этот запах. Ну, посмотрим, как он будет очищать это средство. Вот, я его планирую использовать пока что вместо прила, потому что в основном я пользуюсь прилом. Ну, для разнообразия мне вот захотелось что-то другое, новое. Тем более девочки его очень хвалили. Так как это средство идет довольно жидкое, оно вообще оно концентрированное, но я его буду использовать просто не разводя. Так, и последнее, что я заказала, это был один декоративный продуктик, который я себе взяла. Нет, не последний, еще покажу вам тоже добавочки. Себе немножко взяла, их покажу. Ну, из продуктов-то это вот будет последний. Я решила взять себе помаду сатиновую, потому что на нее в четвертом каталоге хорошая акция. Цена, вернее, она стоит 149 рублей. Вчера я ее уже потестировала. У меня уже была помадка из серии сатиновая. Она идет полностью в закрытом таком черном тюбике. Очень солидно. И взяла я себе в артикуле 4582. Не хочет камера фокусироваться. Ну, в общем, это оставила здесь. Сейчас я вам скажу, какой это оттенок точно. Сатиновая помада, трехмерный красный. То есть это яркий красный оттенок. У меня очень муж любит, когда я пользуюсь красной помадой. У меня она была одна. Вот теперь вторая появилась. И блеск еще и красный. Она действительно идет ярко-красного цвета. Я ей пользовалась только пока вчера вечером, пробовала ее. В предыдущем видео у меня было о фаворитах, у меня была другая. Как раз моя красная помада и блеск сверху нанесены. А эта красная помада, я вот ей попользовалась вчера. Она очень стойкая, несмотря на то, что она сатиновая, она держится в районе, наверное, часов 3-4. Ее оттенок яркий, насыщенный, она мягкая. Очень плотный цвет, хорошо перекрывает цвет губ. Она мне понравилась. Она не сушит кожу губ, но она не такая жирная, как вот у меня, допустим, был другой оттенок этой же серии. Она идет уже средней жирности, то есть не такая питательная. Но это и неплохо, помада такая красная и не должна быть, я считаю. Она должна быть немножко такая, как средняя по консистенции, именно это такая и есть. Буду пользоваться ей с удовольствием, тем более цена была очень-очень дешевая, бюджетная на нее. Я давно засматривалась именно на этот оттенок. Вот, это, собственно говоря, все, что у меня было из продуктов. И теперь я вам покажу небольшие свои еще вот эти вот добавочки, которые взяла попробовать. Взяла я пару супов, тоже не выдержала. Также взяла средиземноморский попробовать, потому что знаю, что девочки многие его хвалят. Артикул 15919. Такой супчик. И взяла себе суп со шпинатом. Со шпинатом я уже показывала, у меня подруга его тоже брала. 15925 артикул. Попробую. Может быть, если понравится, тоже как-то буду брать для разнообразия. Выходили они вместе с кофе. И кофе я взяла также силуэт попробовать. Кофе силуэт. Посмотрю, как будет. Уже отзывы у девочек, знаю, есть. Но мне надо свое мнение, чтобы сформировалось. Буду пробовать, наверное, один пакетик отдельно сделаю. Один пакетик с молоком. Посмотрю, как будет. Артикул этого кофе 15335. И взяла я новинку коктейлей попробовать себе. Взяла два коктейля. Один называется «Коктейль день». Такая вот позитивная упаковочка у него. Карибы здесь какие-то изображены, по-моему, с запахом даже или с добавлением кокоса. Понравилась мне очень эта упаковка. Вкус кокоса, да, идет заявлен. Артикул 15452. Напиток сухой растворимый. Коктейль день на молочной сыворотке. Вот состав его. Попробую 10 грамм. Ну, не знаю, мне кажется, что должно быть неплохо, потому что здесь все так хорошо написано. Попробую, в общем. Как он будет? Коктейль день. Один я взяла, и там, по-моему, тоже была акция, как-то надо было брать два. И второй я, естественно, взяла коктейль вечер, тоже на пробу.
Он идет уже такой темно-синей упаковочке тоже. Стильный такой красивый коктейль. Напиток сухой растворимый, коктейль вечер на молочной сыворотке 15451 артикул. Пока ничего я не могу сказать, но думаю, что если будет кому-то интересно, вот эти пакетики я могу со своими какими-то пустыми баночками, может быть, в середине месяца или к концу месяца снять и рассказать свое мнение. Напишите, пожалуйста, в комментариях, интересно было бы вам посмотреть отзыв на данные продукты от меня, то есть на супы, на кофе и на эти коктейли. Вот, это, собственно, весь мой заказ, заказ подруги. Надеюсь, вам это видео было чем-то полезно, интересно. И хочу еще немножко в конце видео сказать о подарках для новичков. И мне очень повезло, что у меня будет серия Skyline, это декоративная косметика. У меня будет там тушь, будет оттенок помады на выбор. Даже в том числе новинки, которая идет сатиновая помада «Миллион переливов», по-моему, она называется. Вот из нее я буду выбирать, там я один оттенок себе приметила. Лак. Умный цвет на выбор тоже можно будет выбрать оттенок. Но все это я получу своим заказом по пятому каталогу, который уже у меня есть. То есть, который я себе уже придумала. Там много, в принципе, интересных предложений, новинок. Чуть-чуть у меня время на камере есть. Наверное, вам покажу. Но, по крайней мере, подарок идет вот такой. То есть, это будет уже серия для дома. Средства для чистки духовок и плит, средства для мытья посуды и мыло для кухни. Мыло для кухни у меня есть, очень мне нравится. Правда, не такое, не цитрусовое, но у меня тоже очень хорошее. Здесь много разных предложений в каталоге, много интересного, но мне понравилось, что здесь есть недорогие цены. Например, вот вода Фортуната, которая мне понравилась, будет стоить 749 рублей, и это буквально полцены получается от того, сколько она стоит. Вообще здесь много таких дешевых продуктов. Не все, конечно, но есть такие выгодные предложения. Обзор отдельный я не буду делать. Также здесь появляются новинки. Воздушный поцелуй, помада, карандаш. За 229 рублей 5 оттеночков. Вот, вроде бы сейчас все видно на камеру, но у меня много помад, поэтому пока себе брать не буду. И также появляется карандаш. Новая новинка. Карандаш для глаз. Карандаш тени. Взгляд на поражение. Очень такие темноватые оттенки. Но тоже интересная новинка, что именно декоративная косметика. Увлажнение, губная помада идет CC. 149 рублей будет. Давайте кратко глянем. Да, 135 рублей тушь, 199 рублей тени двушки. Но так как у меня много декоративки, я себе в основном брать ничего не буду. Новинка будет 249 рублей тональный крем матирующий. На него девочки делали отзывы, говорят, что хороший. И вот эта вот помада, я вам сейчас ее еще раз покажу. Вот эта помада, которую я буду себе брать, «Миллион переливов». Здесь она идет за 249 рублей. Мне получится один оттенок бесплатно за регистрацию в компании. Также хорошее предложение здесь идет на подводке. Так, любая подводка всего за 150 рублей при покупке туши. 99 рублей 2 новинки лаков. Очень интересные лаки, но тоже брать себе не буду, потому что у меня сейчас много всего. Я еще в магазинах немножко купила, это я покажу потом в покупках. Такие новинки появляются тоже для ногтей. Уж раз вам показываю, покажу. У меня тут есть одна минутка, может, осталось. Что-то самое интересное. Вот серия от Наботаника. Вот два любых средства за 69 рублей. Вот это я планирую брать. Серии либо можно взять 20+, серии 30+, 40+, или 50+. Я уже брала 30+, серию показывала в пустых баночках. Теперь хочу взять 20+. И на шампуне вот эти вот 69 рублей цена. Очень хорошая, пока не пробовала. Я хочу себе взять все-таки для окрашенных волос вот эту вот серию, попробовать розовенькую. Тоже шампунь и бальзам за 69 рублей. Также вот такая новинка интересная, и она не проходит меня стороной. Я буду брать себе антицеллюлитный крем Sculptor Expert. 150 мл, 300 рублей. Это из интересного. Также себе я это планирую приобретать. Но это что для меня интересно, просто я решила вам кратко показать, пока тут осталось немножко времени. Все, беру пока каталог из кадра. И покажу, может быть, вам еще что-то самое такое, самое интересное. Ну, самое интересное еще серия бьюти-кафе в конце, как обычно. Вот. И вот это вот предложение мне тоже заинтересовало меня. Это вот серия новинка Пион и Лиля в серии оранжерии. Гель для душа и крем для рук за 129 рублей. Ну, это, наверное, пока все, что я вам покажу. Остальное можно полистать поподробнее.
более, чтобы было понятно и интересно. Это все. Всем желаю отличного настроения, хорошей, прекрасной весны, радостных дней, счастья, главное, конечно, здоровья, успехов дома и на работе. И надеюсь, следующее видео снять уже с лицом, может быть, если получится сегодня или на днях, о фаворитах декоративной, вернее, извините, не о фаворитах, а пустых баночках декоративной косметики. Надеюсь, вам это тоже будет интересно. Всем спасибо огромное за внимание, что вы посмотрели это видео. Если поставите лайк или напишите комментарий, будет вдвойне мне приятно. Я все это читаю, замечаю, иногда отвечаю, иногда нет, но я всегда все вижу. Огромное спасибо за внимание и до новых встреч!